Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас в нашей волшебной творческой мастерской. И сегодня мы с вами сделаем вот такого космонавта. Для этого нам понадобится цветной картон, цветная бумага, ножницы и два маркера коричневого и синего цвета. Итак, приступим. Сначала я сделала заготовку в форме черного круга. И теперь нам с вами нужно будет сделать луну. Луну я сделала заготовку заранее. И нам с вами нужно просто взять и отклеить двусторонний скотч и приклеить его посередине нашего черного круга. Не забывайте, ребята, что нам с вами нужно клеить нашу луну аккуратно. Вот так у нас с вами пока получается. Теперь нам с вами нужно сделать небольшие кратеры. Я их вырезала в форме небольших кружочков, которые можем с вами в разнообразном порядке приклеить на нашу с вами луну. Итак, вот такие кратеры у нас готовы. Теперь нам с вами нужно их немножечко раскрасить. Для этого берем фломастер коричневого цвета и проводим по окружности наших кратеров. Таким образом. Итак, наша с вами луна готова. Теперь приступаем к самому космонавту. Я уже заранее подготовила тело нашего космонавта и также его приклеила на двусторонний скотч. Нам осталось только снять защитную пленку и приклеить космонавта. Осторожно приклеиваем. Теперь нам нужно сделать нашему космонавту шлем. Для этого я также сделала заготовку в форме круга, которую мы приклеиваем рядом с основным телом. И осталась еще одна небольшая деталь, которую мы также приклеиваем. А теперь для того, чтобы создать для нашего космонавта антенну, мы берем для этого маркер, небольшую белую ленточку и немножечко ее закручиваем для того, чтобы у нас получилась с вами спиралька. Немножечко держим, придавливаем, а потом снимаем. Вот такая спиралька у нас получилась. И нам с вами нужно ее также приклеить к нашему космонавту. Приклеиваем и можно даже немножечко примять, для того, чтобы она держала форму. Наш космонавт почти готов, но для этого нам нужно взять синий маркер и немножечко его раскрасить. Мы можем это делать так, как нам нравится. Провести полосочки. Вот и закончено. Вот такой симпатичный космонавт у нас получился. Я знаю, ребята, что вы можете еще лучше. Всего вам доброго. До скорых встреч.